Если ты не в отношениях, ну ты вечно жалуешься, что тебя одиноко, там нет мужиков нормальных или там женщин, значит, что-то с тобой не то. Это 100%. Посмотри на себя, на свой внешний вид, на свою репутацию, на то, где ты работаешь, с кем ты дружишь, на образ своей жизни, на то, что тебя не устраивает и к чему ты привыкла. И ты найдешь ответы на все вопросы. Мы все думаем, что вот счастье должно свалиться нам на голову с неба, мы ничего для этого не должны делать, не должны работать над собой, не должны чем-то жертвовать, не должны соответствовать этому счастью. Поэтому нам с неба на голову падает только говно. А если мы действительно будем заслуженно ждать счастья, поверьте, оно упадет в наши руки, на наши плечи. Понимаете, никто никому ничего в этом мире не должен. Я имею в виду личные отношения. Да, ты, может быть, должна в банк, родителям, я не знаю, детям, но в отношениях никто никому ничего не должен. Мы либо встречаемся с людьми, либо с мусором. Понимаете? Мужики говорят, что вот, нет нормальных девочек, не осталось, все перевелись. Все хотят, чтобы на них тратились, чтобы им дарили цветы, приглашали в рестораны, дарили дорогие подарки. Я очень извиняюсь. А чего вдруг не должно быть так? Что, когда у этих мужиков дочки родятся, они не захотят, чтобы за дочками ухаживали, чтобы им сделали предложение, дарили цветы, подарки, носили на руках? Или они хотят, чтобы их дочерей пригласили на чашечку кофе, а потом в постель? Нет. Тогда зачем мужики мечтают затащить в постель девочек за чашку кофе или за лапшу на уши? Я тебе подарю вселенную, бла-бла-бла, и нифига, или приходи ко мне на обед, ты оставайся на ужин, а уйдешь на завтрак. Что за фигня? Почему мужики не хотят делать жесты, движения? Если мужик в 30-40 лет, имея работу, имея достаток, имея свободу, да, один, значит, что-то с ним не то. Или у него в голове тараканы, или скелеты в шкафу, или проблема с приводом. Вот. В чем вопрос? То же самое, девчонки, если девочка ноет. Вот я одна, и никому не нужна. Я там что-то, пятое, десятое. Солнце мое, посмотри на себя, на свой внешний вид. Не ной, что ты одна или с кем-то у тебя что-то не получилось. Разорви в первую очередь отношения с бывшим мудаком. Не встречайся с дураком. И займись собой, своим внешним видом, своим положением в обществе, своим авторитетом. Если ты ноешь, что у тебя нет личной жизни, значит, ты ничего не делаешь для того, чтобы она появилась. Будь королевой, будь принцессой, будь независимой, будь улыбчивой. Поверь, у тебя будет куча поклонников и будет откуда выбирать. А если ты ставишь на себе крест и говоришь, что все мужики мне должны и обязаны, ты сильно ошибаешься. Мужики также думают. Они хотят лучше, то же самое, как и ты. Понимаешь? Мужик тоже не хочет, чтобы появилась девушка, которая, извини меня, считает, что ей весь мир должен, не собирается ничем жертвовать, ничего делать для своего мужчины, никак его удивлять, и он не собирается, естественно, на нее тратить деньги, время и эмоции. Понимаете? Единственное состояние человека, когда он делает что-то бесплатно и просто так, это когда он влюблен. А когда нет любви, работает эгоизм, воспитание, желание, да много чего. Но никак не самопожертвование. Жертвуем мы только, когда любим. Все. Так что перед тем, как ныть в очередной раз и говорить, проклинать на весь мир судьбу, которая не дала вам половинку, подумайте, что вы сделали для того, чтобы эта половинка была рядом с вами. Мужики не хотят лезть в гору, хотят пройти пешочком и получить кубок или Оскар. Так не бывает. Ты придешь в гости кому-то, у него кубок, и он чемпион мира. Ты поддержишь кубок, но это не значит, что ты его заслужил, понимаешь? Ты не ходил десятками лет на тренировки, на чемпионатах мира жопу не рвал. Это не твой кубок, подержал и все. Или ты думаешь, купишь за $10 Оскар, подержишь в руках, ты заслужил Оскар. Ни хрена не сыграл ты этих ролей. Мужики должны покорять Эвересты. И поднявшись на Эверест, ты почувствуешь кайф. Почувствуешь свои яйца, что ты покорил гору. Вот мужик. А те, которые не смогли, на полпути свернули назад, замерзли или просто упали в пропасть. То же самое с женщиной. Будьте личностями, делайте поступки, покоряйте, обожайте, любите, жертвуйте, носите на руках.
не на языке, а на руках. И тогда рядом с вами будут достойные половинки. И наконец-таки вы не будете ныть на судьбу, что у меня нет никакой личной жизни. Твоя личная жизнь – это только твоя проблема. Начни делать сначала себя, а потом у тебя появится выбор, чтобы осчастливить кого-то другого. Люблю.